Массовое возмущение в Иркутске вызвало урезанное питание школьников и малышей в детсадах. О нем стало известно из письма сотрудников муниципального предприятия. Коллектив жаловался, сокращены нормы закладок сырья, а заодно и зарплаты отдельных работников. Это письмо, которое было направлено в прокуратуру, стало поводом для внутренней проверки на самом комбинате, а также в школах и детских садах. Проводятся и плановые контрольные мероприятия, они еще не завершены, но уже известно. Факты отклонения от рецептур и изменения так называемых технологических карт обнаружены. То есть в некоторых продуктах, например, в сахаре, молоке и черносливе учеников школы действительно обделяли. Какую экономию получил от подобных недовесов и недоливов комбинат питания, еще не подсчитано. Также пока нет конкретных цифр о снижении уровня зарплат шеф-поваров. Проверяющие контролируют сразу несколько рабочих процессов комбината. Это и вложение, и качество, и соответствие выхода технологическим картам. Работают специалисты департамента образования и департамента контроля администрации города. В соответствии с законом проверка будет в течение 30 дней. По результатам проверки мы с удовольствием вам скажем и о принятых мероприятиях и мерах сообщим.